Доброе утро всем. Какие-то вертолеты тут летают. Я уже отработала. Что там, едет машина, не едет. То мы вдвоем не уместимся. Видите, как машина там едет. В общем, да, у нас так похолодало. Я сегодня утром вышла из дома и замерзла. И сейчас ветер ледяной. Опять шторм херашит. Вообще погода. И сегодня вот стригла парня. Он говорит, на июнь, по-моему, июнь, на июль тоже передают погоду такую, не ахти. Представляете? В общем, да. Как-то так. Приехала домой, заехала в магазин. У нас много всяких разных супермаркетов, и один из них вот называется Диа. Но он мне никогда как-то не прельщал, знаете. Сколько я раз к нему пыталась зайти, мне как-то оно не по душе он был. Ну и я, в принципе, права. В том плане, что не понравилось мне там. Вот еще раз зашла, и все, мне там не понравилось. Я хотела манго купить. Увидела вот тут у одной блогеры тоже, что она говорит, там манго вкусное, ля-ля-ля, тополя. Вот. Кстати, я сегодня один клиент был, я говорю, они разводят манго на продажу. Сады у них манго. Я говорю, когда уже? Он говорит, ну, где-то, говорит, они еще вот такие малюсенькие в сентябре. Я говорю, блин, я говорю, обожаю манго с наших этих мест. Он говорит, созреет, я тебе принесу. Я говорю, не было манго. Взяла вот полдыни вот таких, вот такая вот. Пахнет огурцами. Какой-то вот крем-кес сырный. Выглядит аппетитно. Не знаю, попробую. Нектарины. Нектарины вообще такой прикол. Это вот у меня сумка моя, вот этот вот пакетик мой. Девушка такая смотрит, говорит, не поймет, что это такое. Спрашивает продавщицу там соседнюю, говорит, что это такое? Она говорит, нектарины. Она такая смотрит. А что за сумочка такая непонятная? Ну, я не стала говорить, что это моя сумочка. Ой, блин, говорит. Такая смотрит, говорит, что за сумочка непонятная? Карамельки. Помните, у нас в детстве, у меня вот почему-то отпечатался такой вот, что в детстве у нас были вот такие карамельки. Баночки такие вкусные. И вот у меня остался вкус детства. Иногда, знаете, так что-нибудь раз. Два огурца. И одноразовые пакетики. Эти пакетики, говорю. Знаете для чего? Я же этот сорбет купила. Такой вот, как у нас, знаете, в России был малиновый, по-моему. Он прям вот в один, где купила, в Лидле. И вот, знаете, хотела восстановить свою память, свое детство. Там был, правда, стаканчик это бумажный. Что-то не нашла бумажного, говорю, куплю такой. Но положу туда сорбет и буду наслаждаться, типа я это, назад в детство. И вот такой вот, сегодня у нас холодно. И все двери закрыла, потому что ветер, ты могуч, ты гоняешь стаю туч. И окна помыть. Купила вот такой вкусняшки Чарли. Он даже не понял, что это вкусняшка. Он так посмотрел на меня, типа, что это? И лег сверху даже. Поэтому выбрасывать не буду. Отнесу к каким-нибудь собакам уличным. Видите, он у меня ест вкусняшки только с Меркадоны. Он у меня очень привередливый в этом плане. Поэтому так, я себе разогреваю, как обычно, этот овощи. Хотела еще мясо. Овощи, фрукты, мясопродукты. Хотела салат сделать, вообще еды столько. Хотела. В общем, отбивные вот такие вот поджариваю себе. И тут у меня уже закипает
овощи. В общем, буду обедать. Всем приятного аппетита! Карантин закончился, точнее он у нас не закончился, он у нас до 21 числа. Вот, ну можно на работу выходить, посуду приходится мыть мне. Вымыла всю посудку, полы естественно тоже протерла. Пока мыла, Чарли покушал, обожрался даже, да, ты обожрался? Вот, я вообще, знаете как, я не люблю, вот, ну как не люблю, я убираюсь не так вот, там, знаете, все в понедельник встаю и иду убираться. Нет. У меня никогда не уборка не планирована. Она у меня никогда на первом месте не стоит, уборка. Для меня уборка это, знаете, как такая неотменная часть жизни. Рутина какая-то, а не вот прям вот, чтобы ветер, видите, какой, все летает. А не то, что прям вот целый день я посвящу уборке. Мне жалко будет этот день посвятить уборке. Поэтому вот я вот сейчас телек смотрела, смотрела сериал. Думаю, пойду сейчас окна помою. Помыла окна. Вот, все зеркала. И даже в спальне помыла окна, несмотря на то, что ветроган такой, страсть. Вот. Захочу сейчас через полчасика пропылесошу. Распылесошу. В общем, я хочу вам показать, что меня кто-то типакнул. Смотрите. Все опухло. Ночью. Видите? Все опухло. Видите, да? Даже вот так вот, смотрите, как кожа стала. То есть, вот нормальная, а вот укус. Это трындец, капец. У меня все горит. То есть, смотрите, вот это нормальный рукавод. А вот, видите, укус, да? Я еще на работе начала что-то чесаться, но укусила у меня здесь. Ну, видимо, какой-нибудь комар или еще что. Блин, ну горит и чешется. Сейчас знаете, чем намажу? Вот чем. Покупала звездочку в Алиэкспрессе. Какие-то уже волосня на ней. Что-то как-то плохо закрывается. Вот. А у нас в Меркадоне она тоже продается, этот бальзам. А я в это покупала. Вот, сейчас намажу, и, может быть, перестанет чесаться, а то прям так это, да? Да, поцелуемся. Мне не хочешь целоваться? Давай на камеру поцелуемся. Вот так вот. Он обожрался. Будет отдыхать сейчас. Я тоже. А, я же чайник поставила кофе попить. У меня 4 всегда... Пью кофе. Ну как кофе-то, господи. Кофейный напиток. Кофе. Скажу тоже. Как будто я не кофеман. Я в кофе, как и в вине, не понимаю. Для меня, что все вино горькое, ну кроме полусладкого, так и кофе все на один лад. Ну вот не кофеман я, что поделаешь. Что, всем что ли? Все знатоки кофе? Нифига. Ой, вот поправляй, их вообще там уже и нету нифига. Поэтому, как бы так, знаете, что-нибудь попить. Занырнуть. Как похолодало-то, а, ну вообще. А, у меня там бутылка для это, для воды, мандыкнулась. Летает все. Ох, лето. В горы сегодня пойду. Так как это прохладно, не жарко, даже можно сказать холодно, пойду в горы. Наверстывать. На пляже никого. А кто пойдет-то в такой этот ураган? Никто и не пойдет.
Ладно, пойду я отдыхать. Ну, блин, типа акнул меня конкретно. Пойду звездочкой мазать. Я уже пришла, и знаете, чем буду заниматься? У меня осталось, моя лапа отдыхает, вот такой вот клочок от пледа. Я хочу его подшить, прошить и вот на это вот положить, потому что, вот видите, все время оттуда скатывается. А еще, в общем, маску-то, которую я вот мужу шила. Ой, блин, забыла, что мне тут не свет, а этот включен. И он говорит, что... Так как нету вот такой вот проволочки на маске, у него очки запотевают. И я вот решила, от старой маски оторвала вот эту вот проволочку, которая там. И сейчас ее присобачу сюда. Просто пришью, да и все. Раз уж, говорю, достала машинку, то вот сделаем все одним махом. Я сегодня рано пошла гулять. Потому что на улице не жарко, вот, и поэтому вернулась, естественно, тоже рано. В общем, приступим. Тут пятиминутное дело. Вот и все. Вы знаете, я училась шить на машинке, такая зингер беспедальная, а вот это вот так плюм-плюм-плюм ногами надо. И ведь я всегда думала, что у меня, когда вырасту, будет машинка с педалью. И когда я училась, кстати, на швею-закройщицу, и когда мы учились, там машинка была, ну, с педалью, и я все думала, что это машина. Я тогда машину не водила, естественно, мне было, не было 18, когда я училась. И я все время думала, что это педали от машины, потому что я тоже хотела сдать на права, потому что машину обожаю водить. Вообще, я там всегда знала, что буду водить машину. Вот, и вот всегда представляла, что вот эта педаль, это машинная. Ой. Кстати, знаете, что у меня тут? У меня тут проклюнулось, смотрите, что. Знаете, что это? Это лезет цветок. Цветок от Калы. Помните, я вам говорила, что она должен расти, расти. Он вот такого цвета, не белые там, не какие-то, а вот именно вот такого красивого цвета. Так что пу-пу-пу, будем ждать. На улице холодно, 20 градусов, представляете? Это да, холодно. Голова чешется от того, что вчера этим покрасилась. Порошком-то голубым. Голубая луна. А чуть здесь хорошо. Надо ему водички поменять и еды дать. Вот. Все тут у меня летает. Бутылки. Все дела. В общем, все. Дела сделала. Сейчас чуть буду покушать там. Вот так теперь это выглядит. И ничего не будет слезать. Видите, как будто так и должно быть. Вот так вот. Ну все. На сегодня дела закончились, рука чешется, дуется. Видите? Пошла я в душ, а с вами буду прощаться. Тут черешню ела. Сейчас все это отнесу. До завтра. Завтра у нас уже пятница, развратница. Ну надо же, как время быстро летит. Приятных вам выходных. Встретимся завтра. Всем пока-пока.